37-летняя Анна Седокова привлекла внимание поклонников сексуальным кадром. Не удержался от комментария и возлюбленной звезды. Бывшая солистка группы Viagra после ухода из коллектива продолжает оставаться одной из самых желанных и сексуальных певиц на российской эстраде. Ане нравится демонстрировать женственные формы и получать комплименты от мужчин. Сегодня артистка порадовала фанатов пикантным снимком. Седокова предстала в розовом корсете с декольте, вязаном кардигане, спущенном с плеч, черных колготках в горошек и босоножках на шпильках. Анна опустилась на колени и страстно смотрела в камеру. В своем посте певица заговорила о личной жизни. «Удивительно, как мало в последнее время я говорю про отношения. Может, поумнело, может, запугали, но ведь пережитый мною опыт интересен. А чужие ошибки оставляют не такие болезненные шрамы», — написала Седокова в Инстаграм. Горячее фото поп-звезды вызвало бурные эмоции поклонников. «Роскошная женщина. Ах, какая красотка. Невероятно красивая. Всегда восхищает. Безумно сексуальная», — высказались они. Бойфренд певицы, 27-летний баскетболист Янис Тима, тоже не остался равнодушным. Спортсмен признался Ане в любви. «Love you, boo», — написал Янис. «Скучаю», — ответила Седокова и поставила смайлик в виде сердца. Недавно артистка призналась, что в юности не была популярна у мальчиков и никто не хотел с ней целоваться. В декабре Анна с размахом отпраздновала день рождения с возлюбленным и подругами. Ранее звезда рассказала о любви к Альфонсу.